Доброе утро. Самолет. Из пластилина самолет. Всем привет, ребята. У нас мы вот завтракаем. Осторожно. Позавтракали только. Девчонки в школе. Сегодня чуть не проспали. Я услышала будильник. У меня будильник вообще звенит в 7 часов. И стоит он у меня три раза, в общем, повторение. Не стучи, папа спит. Папа спит. Макси, Каролина, папа спит, тихо. В общем, он у меня стоит на 3 повтора. И, в общем, один раз я услышала, что он зазвенел, а второй и третий раз я не услышала его. В общем, проснулась где-то я без 15, по-моему, или без 10. А девочкам в 8 уже выходить надо. Вот, быстренько собрались и побежали в школу. Что ты там делаешь? Пойдем переодевать пижамку, чистить зубки? Нет! Как это нет? Ты сердечко сделал? Сегодня такой дождик сильный шел, утром прям ливень. Вообще, это очень странно, что снега нет, потому что обычно в декабре уже есть снег, хотя бы в горах. А в этот раз даже в горах снега нету. И все горы без снега. Ну, говорят, что каждый год все меньше и меньше будет снега. И дойдет до того, что снега вообще здесь не будет. А хочется снега. А я себе сейчас буду ногти докрашивать. Вчера покрасила одну руку, а вторую нет. Уже было поздно, не успела. Так что только одна рука накрашена. Сейчас буду красить. Ксюшка пришла первая. На день рождения я заказывала кому-то либо Максу, либо Каролине. Давай, открывай. Сможешь? У Макса день рождения 13 декабря. Да, это Каролина. А у Каролины 17. Потихонечку только. А, вот это что? Это ободочек. Это мое. Угу. Ободочек единорожки. Угу. Вот все, Каролина единорог. Как в школе дела? А я загружаю влог. Сейчас поставлю время. На какое время? На 12:15. 4 декабря. Все. Осторожно. Хорошо, мне например. Я попчёл. Смотри. Смотри. Спера. Они открывают номер. Открывай. Пять. Он открывает. Пять. Шестой. Нет. Да, шестой. Пятый он открыл. Да, посмотри, сколько шесть. По счету. Мне надо открывать. Кто там? Ёлочка. Ты какая елочка. Я знаю. А где твои другие твои? А снеговик где? А Каролина здесь. Здесь снеговичок. Каролина, иди открывай. Вот. Я говорю это. Тебе Каролина даст кусочек. Так. О, Дед Мороз. Мороз. Половинку максимум дашь? Он уже тает. Так жарко дома, что ли, что тает? На. Да, я тебе сейчас воду. Даст. На, я попроси. Конфетка. Милка. Милка, попроси. Мальчик, давай. Давай. Все, приятного аппетита. А что здесь кукла голая на столе делает? Сядь, кушай. А что тебе нравится? Ну, кушай другое. Кушай.
Ой. Когда у вас каникулы-то начнутся? Какого числа? 21-го. 21-го? 21-го будет школа. Ну. Потом будет последний школа. День. Последний день в школе. 21-й последний день? Это когда? Пятницу? Нет. Уже 17, 18, 19, 20. Пятница, да? Пятница последний день. Получается, вам еще 2 недели. Это неделя. Следующая неделя. Нет, 3 недели. Это неделя. Следующая. И потом еще одна. Да, 3 недели получается. 3 недельки. И будут каникулы. А до какого числа каникулы? Ну, недели 2-3, да, наверное? 3, по-моему. Ну, дней 20 точно. Я думаю, что дней 20 это точно. Папа проснулся! Доброе утро. Глаза не... Эй, это мое. Будочек надевай. Все. Теперь кушай. И тоже до 4? И Ксюша тоже до 4. В общем, когда девочки придут со школы, они будут снимать видео для вас. Украшать комнату. Наряжать елочку. Рюкзак где? В школе. Смотри, я мальчика делаю. Подстригла. Так, сейчас будем убирать все осеннее. Макс, ты будешь тоже наряжать? Сейчас мы... Алло, вы что да? У нас здесь гость. Он даже ничего не сделает плохого. Ой, он может прыгнуть. Он может прыгнуть. Он ничего не сделает. Он летает вообще-то. Ну, Альва, он сейчас внутрь зайдет. Уходить наши елочки. А что внутри еще есть? Уходить наши елочки. Это тебе не домик. На. Там еще один. Папи! Че, не хочешь елочку наряжать? Может, уберем тогда ее? Да. Это просто насекомое. Это просто насекомое. Сейчас, мам, ничего не трогай. Щипцы. Ксюша. Вот еще один. Лео, аю намаз. Елочка стоит. Хорошее место. Да, потом будем вешать вот эти вот кристаллики. А сейчас пойдемте перекусим. И дальше будем. Останется только наряжать. Ребятки, у вас какого цвета елочка? У нас вот белая. Она у нас уже 3 года, да? Новую когда купим? Не знаю, когда надоест это. Не знаю почему, но папа купил нам белую. И она почему-то у нас дороже стоит, чем обыкновенная зеленая. Они вот такие вот здесь вот зеленые, и кончики у них белым, как будто бы иней. Как будто снежок такой легкий. А ты такая, знаешь, замерзшая, которая уже льдом покрылась, да? Мама, у Яны есть такая елочка, которая кончики белые, потому что она кончики белым покрасила. А можно самим, да, зеленая елка, если есть, можно самим покрасить. Она тоже делала, своя мама ей помогла. Да? Ну, здорово, точно, хорошая идея. Только нижний один ряд, он еще не закончен. Что это очень. Ну, в общем, здесь вот елочка будет стоять у девочек. А подушки? Подушки, да, пускай. Мы одну подушечку на другую положили, потому что так не помещается тогда. Так удобнее? А подарки будут? А подарки? Вот сюда. Под елочку спрячь. По одному подарочку. Ребятки, у нас ЧП случилось. У нас шатер упал. Нужно прикручивать. У нас ФИПЭ получилось. Да.
Ксюшка присела своей. Упси! И упала все. На голову ей причем. Да? Ну, папа купил такой специальный клей, где можно найти дырки. Да. Сейчас буду опять сверлить. Девочки снежинки клеят. Будет кроватка со снежинками. Ну что, закончили мы? Иди папе скажи. Маргош, чем занимаешься? Я беседую с подружкой. Засняли мы видео для канала девчонок на сестричке Лайф. Так что, если кто-то не посмотрел, то переходите. В описании. Да, и там увидите, как же мы, как же девочки украшали. Получилось очень здорово, так волшебно. Окошечко светится синеньким. Елочка светится. Вот, стол решили сюда поставить. Чтобы он там не мешал. Вот так будет лучше. Как раз туда подарочки можно будет положить под елочку, да? Все, будем собираться спать. Время 9 часов. Да. Завтра в школу. Давай, давай, слази с кровати. Не укладывайся. Давай, Маргош. Пиши подружке спокойной ночи. Пока это кто? Алба. Она не спит еще? Да, она в кровати. Ну вот. Она, наверное, уже в пижамке. Зубки почистила, вы еще ничего не сделали. Все, девочки. А что, упали, да, снежинки? Да. Плохо. Можно я не знаю, у меня нет. Если мы найдем двухсторонний скотч, то нужно приклеить на двухсторонний, потому что такой скотч не получается, он не держит, жалко, конечно. Да, так, снежинки держит. Очень красиво. Смотри, они на камере как будто бы голубые. Да? Смотри. Вау! Вот когда мы смотрим без камеры, они беленькие, а когда через камеру, то они прям голубые, такие неоновые, да? Посмотрим, нужно найти. Папа уехал на работу. Кстати, ребятки спрашивали, где наш папа работает. В общем, папа работает на фабрике по изготовлению машин. Швейцарских стиральных машин, посудомоечных машин. И у него график такой. Он иногда работает утром, с утра до вечера, иногда с обеда до вечера, иногда ночью до утра. Вот так вот. В эту неделю ночью. Да, эту неделю он работает с 10 до 5 утра. Вот так вот. Зато он целый день дома с нами. Конечно, спит до обеда. Но зато после обеда все вместе. Вот. Так что вот так вот. Это в 5 классе у них будет такое задание, что они должны... Только с папой или с мамой, неважно с кем? Мама. Если мама работает, то с мамой, да? Да. И с папой. Можно смотреть. Я могу, например, с Марселой пойти. Выбирать можешь, да? Понятно. В общем, в 5 классе будет такое задание. Девочки должны будут пойти на работу с кем-то из родителей. Там, если мама не работает, то с папой, значит. И целый день проработать там. Дети, которые не смогут пойти на работу к родителям, они идут в школу. Они будут помогать детям в киндергартен и все такое. Понятно. В общем, тебе на следующий год предстоит это. Я не знаю, потом папа, если там будет работать, может быть, папа будет в другом месте работать. Если там, то пойдешь на фабрику. Круто. И будешь и посмотришь, как же делают машинки стиральные. Ты завтра в костюме в этом пойдешь, да, что ли? Понятно. Так, ой, а ты что в кепке ходишь, Марио? Я пока свет вам лампочки не буду выключать, но потом, когда я пойду спать, я выключу, хорошо? Чтобы они всю ночь не горели. Пускай сейчас, пока вы засыпаете, горят. Я и так... Беру мою масочку. Давай. Пока. Все, спокойной ночи. Пока, ребятки. Пока-пока. Пока. Пока. Какая елочка красивая. Знаете, может быть, на Новый год мы ее на несколько дней перенесем туда, в зал. Уберем вот эти вот кресла, два. И елочку поставим туда. Но пока пускай здесь стоит, потому что если она там в зале стоит, малыши ее разнесут. Да, и стол с елкой туда. На время, на несколько дней, когда Новый год отмечать будем. А потом опять поедем.
Да, потом поменяем. Просто сейчас не хочу, потому что если сейчас мы там оставим елочку, от нее ничего не останется просто. Все, пока. Только пластик выйдет. Да. Все, пока-пока. Спокойной ночи, пока, ребятки.